Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Артём и Артур. Мы продолжаем играть Dead Island Riptide. А всем привет! Мы находимся На Dead Island. На Dead Island, да. Окей. В прошлой серии у нас немножко сбои были. Ну, я не знаю почему. Просто соединение, видимо, что-то. Да просто эта игра, она на самом деле, это такой вот справочник по багам. Если какого-то бага нет в этой игре, значит, его вообще не существует. Это первая игра вообще, которую я записываю не в своих наушниках, потому что они на ней не работают. Я записываю в капельках, поэтому ни хрена не слышу. Короче, вообще не задалось отношение у тебя. Не, у меня норм, в принципе. И кроме прочего... Кроме прочего, у меня еще плюет эта толстая сволочь. А его нужно в психическом припадке убивать. У тебя как... Ой, смотри, стоит. Нет, у меня нет припадка на данный момент. Я абсолютно уравновешен. Успокоился? Хорошо. В общем, суть в чем, мы хотели пробраться к городку, но оказалось, что дорога размыта, и теперь нам нужно найти местного крокодила Данди, не знаю, как его зовут. Размыто? Да, ее размыло там с силовым потоком. Там, по-моему, вообще тупо обрыв. Ну, они так сказали. Окей. Нет, там обрыв, потому что прошел силовой поток и засыпал этот мост, вот. Офигеть, там поток, ужас как. Вот, в общем. И... Нам нужно найти, вот этот парня-то нам сказали, что... Сейчас я скажу, как его зовут. Его зовут... Поговорить с охранником. Вообще там толстяк ходит у нас. Подожди, ну, мы получается, из-за технических сложностей не взяли. А, квест не взяли. Задание, да. Да, блин, ну ладно, давай замочим эту сволочь. Я не хочу мочить эту сволочь. Надо. Нельзя смеяться над жирными людьми. Можно. Так, я сейчас по бырику возьму. Ладно, нельзя. Он меня ушатал. А, подожди, квест у нас все равно туда показывает. Ну да. Не знаю, это, короче, как-то это все странно. И этот стоит вроде довольный жизнью тоже. Ладно, не беги. Ну так, да. Не, я просто отбежал, потому что у меня уже там вилы совсем. В общем, ищите миссионера. Господи, это я сам по себе туплю, как обычно. Нам миссионера надо найти, он не местный, но остров знает как свои пять пальцев. И ты все еще с ним бодаешься, что ли? Ну да. И он нам поможет. Все, меня убили. Да, блин, у меня аптечки нет. Да ладно, сейчас я проснусь. Зачем вот? 667, господи, нифига, это много отняли. Это нормально. А вот мне интересно, если денег нет вообще. Ну, тогда ты умрешь, я думаю. И уже никакая медицина тебя не спасет, платная. Да, блин, он сдохнет сегодня, нет? Мы как этот, просто... Я не знаю. Отдай. Нормально. Мяч. Он такой. Блин, надо выбираться с этого города. Здесь как-то слишком много зомби. Ну да. И нам, по сути, так, если по карте посмотреть. Вот сюда. А, это, в принципе, в городе. Прям тут 20 метров тут. Да. Хорошо. Вот здесь мы были. Ты мне хотел вид показать. Или нет? Мы в похожем месте. По-моему, были, да. Да, были, были. Не! Тут чувак застрял между столбом. И тут есть верстак. Ура! Верстак, это сейчас хорошо. Я проверю. Я отбеливать взял. Буду что-нибудь отбеливать. Ой! Женщина, ну что? Дамочка. Капец, она меня. Сегодня у нас очень так серия началась. Я 878 баксов потерял, ты представляешь? Ну... Да. Охотно верю. Это печально. Зачем мне, правда, деньги? Я такой, хотел потратить их. Тут же есть на что их тратить. Ну ладно. Моргенштерн мой прокачан. Легкий латунный кастет. 25 уровень. Не вставать. Так, сейчас я их убью и пойду к тебе тоже. С верстаком что-нибудь поделаем. Я все-таки докачаю кастет, точнее отремонтирую, до 25-го докачаюсь и по-любому его возьму. Шлеп по башке. Так, хорошо, пойдем попробуем что-нибудь прокачать. У меня, в принципе, все, что мне нужно, уже серьезно прокачано, я примонтирую лучше. Так, у меня денег 7900, офигеть. А у меня сколько? 2000, отлично. Так, все отремонтировал, ключ я бы модернизировал, так. Ой, там еще три уровня качать, нет. Да, вот эта вот фигня вообще. Шипастые латунные кастеты.
Они короткие, блин, какие-то. Создать я ничего не могу. У меня клея не хватает. Блин. Вот это я создал реально палку-копалку. Хо-хо-хо. Сейчас ее еще прокачать. Что ты там создал? Покажи. Какую-то алмазную фигату. Так а где она? Ее нельзя прокачать, походу, что ли? С лопаткой какой-то. Ты можешь ее модернизировать, чтобы она крепче была. А, вот алмазная палка. Чуть-чуть подкачать, и сейчас дам ее. Я здесь поговорил с ящиком. Представляешь, к ящику подходишь, и написано место открыть, говорить. Отлично. Так, блин, у меня деньги кончились. Тебе занять? А, вот, подожди, я что-то нашел, может, мне хватит. Вот, же, аптечка. Да, хватило как раз, отлично. $38, я сказочно богат. Нормальная лопатка такая получилась. Так, капец, я не хочу это брать, я возьму это. Ну что, пойдем, где он там? А, мы через здание должны пройти, по-моему. Да? А, да-да-да, там как раз крики такие жуткие за дверью. Батарейку достал. Ой, вот. Уже... Смотри, они ломятся. Да, офигеть, их там. Алло, ю-ху! О, еще и сверху. Сверху? О, смотрите, поперло. Каждый сам за себя. Большая батарея. Ты знаешь, как делать? Ты их просто скидывай вниз. На, иди вниз туда. Нормально. Иди вниз. А, я не хотел тебя так толкать, хотел, чтобы ты туда шла. О, клей. Нет. Все, пусть там тусует. Да все, он мертв. Eat me. Eat me. Смотри, сколько... Можно было с черного хода зайти. С черного хода, ладно. Электронный хлам. Да-да-да. Так, блин, сундук третьего уровня. Это фрукты такое? Есть, тебе надо здоровье. Карта, жесткий диск. Нет, вот шлейф нужен. Да, и флоппи драйв. Да, флоппи, да. Блин, ну их все равно так-то убивать надо. Точно? Сейчас я молотов туда кину. У меня эти есть. У тебя молотов есть? Да. Офигенно. Все, горите, ублюдки. А, блин, ты чуть не нажил. Так стоишь потешно. Я просто наблюдаю. Отлично, левел ап. Пока они там горят, я как раз прокачаю уровень. Так. Взлом замков. Свободные ячейки есть. Возьму кастеты и выкину их. Значит, количество ячеек. Хотя я их сломал просто. Хорошо. Ну, я думаю, я сработал профессионально. Это вообще у нас профи. Тут тупо кинул молотов, да и все. Вот, мужчина стоит еще. Ну, нам его спасти надо. А, я думал, это зомби здоровый. Ты не зомби? Я бы тебя тоже не послушал. Так, а что если... Маркус Вилла. Фильм тихо разговаривает. В этой игре со звуком тоже как-то странно все. Да-да, музыка орёт. Да музыку, я думаю, я вот когда проходил первую часть. Ладно, пусть говорит. Есть одно место, где мы храним припасы. А, понятно. Дашь на дашь, короче. Угу. Ну, подпишемся, чё. Придётся. Я какой-то лезвик набрал. Советую тебе тоже. Хотя ты его, наверное, уже нет. Что-что? Здесь какой-то лезвик лежал, но я думаю, его нет уже. Да, не видать. Я его подобрал. Так, короче... Что нам
Отправляться за вещами, все понятно. В общем, я что делал? Короче, музыка этой игре как пятое колено. Я музыку, когда проходил один, выключал. А Потому что сейчас? там страшнее так было. Она мне играет, я тоже, может, выключу. Не, ну сейчас-то я не выключал, она, в принципе, не так напрягает, как в первой части. А тут ее и не выключишь. А, вот настройки. Но все равно как-то речь вообще не слышно, у меня музыка орет. Так, чуть-чуть оставлю, именно пусть будет. А все. по-моему, так гораздо атмосфернее, когда нет музыки. Так вот, я ж так и сделал. Вообще, как люди могли заметить, мы выключили отображение жизни, вот эти вот циферки, выпрыгивающие после ударов. Это тупо в игре про зомби. Зачем это сделано, вообще не понимаю. Там море, можно уплыть. Да, почему не переплыть на самом деле на лодке, если у нас есть лодка, там буквально полкилометра плыть, мы такие, нет, по земле мы не доберемся, что же делать? Не, ну ты видел, что там в воде творится, как бы. Так это на отмеле, а там-то... Ну, фиг знает. Да не вставай, тебя же Артём ударил, как ты еще шевелишься. Запинали. Да, на гополе. Так, нам 240 метров, это офигеть. Ну, в принципе, не так уж и много, но смотря еще как ехать, может, хмырями опять какими-то. Я теперь могу открывать замки второго уровня. Круто. Где-то у нас тут поблизости, кстати. Тут всего, я так понял, их три, да, уровня замков? Да. For fuck's sake. Не. Вообще. Здесь, кстати, я вот заметил вот эти вот, которые выпрыгивают из воды, гнилые зомби. Если к ним присмотреться, ужаснешься, понял? Они полностью покрыты шевелящимися опарышами. Причем таким толстым слоем, это вообще капец. Фу, нафиг. Так, я в этот дом, пожалуй, по второму разу. Тут были закрытые ящики. Я хочу их открыть. Они были закрыты на замке второго уровня. А, давай. Так. Nope. Где он тут было? Там один. Во второй, третий уровень был. Вот он, возле выхода. Ага. Потому что они открыты уже. Как это вообще? Ладно, наверное, я туплю. Там еще один Моргенштерн валяется. Мне ничего не лежит. Ладно, неважно, короче. Я, как обычно, предельно собран. Давайте мы... Что ты там ломаешь опять? Я пытаюсь кормиться. Окей, я посмотрю карту. Задание. Направляйтесь в мертвую зону. В очередную мертвую зону. И она опять по городу, только нам теперь нужно будет пройти на другую часть. Офигеть. По этим улицам, я думаю, пробиваться будет круто. Да, учитывая то, что мы вышли, все зомби снова появились. Не так много на самом деле. Ну да. Найти парня, который коктейли молотого собирает. Чтобы он действительно собирал. Да я думаю, там в деревне где-нибудь есть. Да, это. Крутая штука. Коктейли. Блин. Нет, эти прыжки это безнадежно. Как там говорят? Безысходность. Безысходность, да-да-да. Она встает еще. Этот акцент, блин. Прыгаешь так. Не, анимация тут, конечно. Нормальная анимация. У тебя анимация просто так себе. У меня анимация, что надо. Конечно. Кто-то орёт. О, смотри. Ура, открыли. О, что ты мне дашь? О, сильные когти. Тебе, наверное? А нет? Да. Мне тоже дают. Офигеть. Когти, я их обожаю. Сейчас вот именно начнется мясо. Так, они сильные, причем их можно будет прокачивать. Ну-ка так, сейчас я их возьму. А, я их поставил, кстати говоря. Так, где у нас тут рюкзак? Когти. Кто что продает? Ты у нас что? Ты у нас не что? О, сколько тут всего. Деньги. Ничего. Деньги. Много. Все, теперь я росомаха. Так я тоже. Нет. Ты просто мужик с костями. Ой, с когтями. С костями. Ну, все мы с костями, знаешь. Не факт.
Я подобрал батарею. Для... Вот, есть у тебя что-нибудь? А, ну в этой игре же, если я беру, то у тебя нет уже все. Я там батарею подобрал, которая нам пригодится для создания BFG 3000. Тот самый. Большое финальное глушило. Кто орал? Я не знаю, я не слышал. Я не понимаю, вот что за люди тут жили? Вот так посмотреть. О, Леандр. Какие-то люди жили. Ну, вот эти вот кости, я не знаю, черепа. Алтари такие, да. What the fuck is wrong with you people? Вот здесь секретные материалы лежат. Это точно. Все надо будет потом как-нибудь записать, показать людям. Ты думаешь, мы это сделаем? Да нет, ты в это веришь? Выйти в меню, нажать записи и пролистать их всех, кому интересно, чтобы посмотрели. Тоже. Так, я нашел нашего друга. Баллон. Я тут уже второй баллон вижу, на самом деле. Сундук. Самодельный обоюдоострый. Чё? Подожди, клинок. Получается, он не закрытый был, этот сундук? Нет. А, я думаю, обычный. Просто, может быть, я... Подожди, что там упало? Отойди. Отойди. Ясно, у меня почему-то выкинулся коготь. Так, все нормально. Ну что, пойдем с местными поговорим, что они хотят. Мой коготь. Это он не выкинулся, это мой коготь, ты его подобрал. Теперь у Верни меня... его, пожалуйста. Теперь у меня два когтя, а у тебя ни одного. Спасибо. И мне дали за твой прогресс испытания тусовка после того, как ты меня баллоном этим угостил. Так. Ага, на. А, вот могу, я думал, не могу подобрать, могу. Ладно. Так, два восклицательных знака. И где-то здесь... где он здесь? Ты видишь, нет верстак. Я бы улучшил свой коготь. А вон он. Меч. Ну это не здесь, это. А, нет, здесь. Так, наверху ли? А, вот, смотри. И тут чертеж. Клево. Парализующий удар. Так. Да, блин. Так, ну посмотрим, что тут можно. Сначала отремонтируем. Вот этот мне, допустим, вообще не нужно ремонтировать. Вот этот нужно. Хорошо, теперь. А, так, у меня не хватает сколько? Стоимость модернизации 1600, блин, у меня денег 197 баксов. Раненый этим оружием трупак буквально выблюет все свои внутренности. Господи. Так что доставляю. Очень рекомендую, написано. Настоятельно, да. Помогите Мэгги найти друзей. Так, мачете, боло. Когти пока не буду модернизировать тогда. Все равно. Хотя от них... технические детали можно купить тут. Блин, нафиг надо. Так, остальное я попродавал. Ну да ладно. О, кстати, продать же можно. Дневник Джона Моргана наверху есть, если что. Точно, продать же можно всякую хрень. Ну, нужно найти сначала, кому продать. Да вон наверху. Над верстаком. Поторгашка стоит. Это хорошо. Так. Молотокное мясо, мачете. И модификации продавать вообще не буду. Все продам. Зачем мне вот этот вот мусор весь? А денег дают. Ё-моё. Я вообще почти все продал. Так, и купить. Я куплю аптечек, пожалуй. Как-то вот так. Окей. Так, теперь. Блин, я так люблю собирать в этой игре оружие. Я никогда не любил крафтить, я тут что-то прикалывал прям. Блин, 25 уровень требуется для мачете парализующего. А, да, я вообще, в принципе, после того, как прошел Биошок, начал по-другому относиться к крафтингу. Ой, не к крафтингу, к луту в игре. Да, там просто все хватали. Короче, дневник Джона Моргана, он там боится описать то, что тут происходит. Так, ну что, пойдем вниз, пару костей возьмем. Так, точно. Вот вы что хотите, дама? Что тебе нужно найти?
Меня зовут Мэгги. А, она хочет, чтобы мы нашли ее убежище. Ну, может быть. Другов найти. Да поищем, какие проблемы. Так, окей. Они хотели переночевать в джунглях, в домике на дереве. Big mistake. Так, ищите у вас лагерь. Доступные. У меня что, опять что ли уровень? Капец, быстро. Так, я могу открывать замки третьего уровня, все, у меня норм. Бре. Так, тут еще квест. Пейнкиллер, у нас где-то вроде были. Может, я когда-то подбирал? Может, как бы есть и сразу ему отдать? Посмотри, пожалуйста, может есть? Да? Так, принесите Хьюстону. Да, отлично, уже есть. Принесите еще. Мо-мо. Короче, это такое, чисто на заработок денег. Да. Там можно приносить и приносить. А вот это вот детей, говорю, друзей спасти будет интересно, я думаю. Так, у нас квесты, задания. Основная линия. Где мертвые зимуют? Направляйтесь в мертвую зону. Второстепенное задание. Тихая гавань. Ищите лагерь в доме на дереве. И утолить боль. Это регулярные задания, то есть их можно бесконечно выполнять. А давай сначала посмотрим вот этот вот дом на дереве. Это который про друзей? Ага. Да, погнали. Это нам пилить нужно. О, капец, как далеко. Сейчас я тоже гляну на карте. Это нам нужно через быстрое перемещение в деревню Матака. Или лучше... А у меня его вообще почему-то нету, этого квеста. Он тупо не отображается. Ну, можете подойти к ней и самому его еще раз взять. Ну-ка. Короче, к лаборатории. Нет, вроде. Да, я думаю... Задание... так, подожди. У меня вообще что по квестам? Где мертвые зимуют, тихая гавань. И все. Капец, короче, чтобы, похоже, перемещаться, надо подходить к каждой карте и активировать ее, потому что я вижу кучу этих мест быстрого перемещения, но переместиться в них не могу. А, типа как, закрепиться надо, да? Так, ну окей, тогда мы сейчас выйдем из этого и ломанем. О, смотри, тут кто-то есть. А, верстак и Брюс. Что за Брюс? Уиллис. А, Уиллис, ну окей. Пойдем к нему. Вот к этому Брюсу я сюда поставлю точку. А потом по дороге еще как раз выйдем и доберемся, я думаю, в этой серии до этих друзей. Ну, давай, я за тобой, в общем. Follow me. Live with me. If you want to come. Подожди, отсюда мы не выйдем. Да, это надо вообще через ту клетку опять же проходить. Да нет, смотри, как это делается. А, блин, не получится. Нормально. Вот я уже почти у выхода. Я над тобой, я кричу. Блин, тут нет выхода. Space Nest! Господи, получил. Так, хорошо, пойдем за мной. Follow me. Да ты сейчас там наагришь на себя. Конечно, так опасно выглядит. Я хочу когти испытать. Да-да-да. Идите сюда. Приятного аппетита, ребята. Стелл. Мобилка. Ну, как-то ничего так. Руки короткие, правда. Нормально. Лучше чего-нибудь типа шеста взять, который там на 2 метра бьет. Потому что это только тупо в упор. Ну, по мне, в общем. Мне подходит. Ну и как обычно. Ладно, хоть у нас опять разделение обязанностей. Так, вот тут у нас товарищ живет, ему, похоже, помощь какая-то нужна. Это ты как понял? Ну, потому что на карте восклицательный знак. А, да. Вижу. Как он на шпагате сидел, этот зомбарик. Не было такого. А у меня так именно. О, капец. Отображалось почему-то. В голову пришпандорили ему хрупкий нож. Мощно. Здесь живет опасный человек. Смотри, следы кровавые. Да, по делу их все равно всех нет. Не убьешь. Смотри, я не могу. Да, блин. Голова такая.
Безбашенная мера наказания. Ход достижения. Смотри, человек просто натоптал. Вон, следы ведут. Да уж, неаккуратно. Anybody here? Вон, о, смотри. Человек в шоке. Ему а, его кочепыжит, смотри, найдите наркотики для Брюса Уиллиса. Ну, поговорим давай. Ну ты, короче, понял, говорит, беленький, герчи ему надо. Почему у меня нет озвучки? Не знаю, у меня есть. Барет, барет. Но мы не будем для тебя искать наркотики, ты вообще что ли? Охренеть. Просто наркоманов слушать не надо, игра это понимает. Я более утоляющий нашел. Ничего, ничего, у меня же диалог прорезался. Я не буду помогать этому. Нарику. Говнюк. Неизвестно еще, что лучше. Быть схаванным. Или зависимым. Батарея. Электронный хлам. Непонятные железяки. Телефоны там лежат, телевизоры. Непонятные железяки. Так, как нам пробраться? Давай, я за тобой. Халай. Халай, махалай. Так, тут что? Блин, мы как-то... Какой-то неправильный маркер. Неправильный пчелы. Во, кто-то орёт там внутри. Злобно так. Это не внутри, это сверху большой парень. Сверху, думаешь? Угу, спускается. Хочешь яблоко? Я уже ел сегодня. Так, ты зря туда зашел, там тупик вроде, да? Да нет. А, здесь туда, нам, блин, как... Вот 17 метров в ту сторону. Ладно, пойдем. Странно это все, однако. Прогресс в испытаниях, тусовка. Из чего это, интересно, дается? Не знаю. Так, может, вот оно? Да нет, вроде закрыто. Блин. А вот тут. Да вообще, наверное. Вообще, может. А, вот проход, да. Может выйти вообще с этой деревни. И вон дорога. Подожди, нет, это я просто туплю, как обычно. Я мега внимателен. Я ищу квест, мы только что поговорили с этим наркоманом. Это и был квест. Господи. Ой, господи. Так, короче, нам. По-любому ему помогать надо. Нет, нам это просто был такой квест, мы его даже не взяли. Нам сейчас тебе нужно идти за мной. Ты же видишь, что я вменяем. Сейчас. Меня бьет женщина. Бывает. На. Все, я готов идти. Ну ты видишь, где я там. Угу. Такой Far Cry 3. Забираешься по этим. Я вижу, такой бежит, такой хапнул в того, такой пошатнулся и дальше бежит. Типа я привык, ничего страшного. 100%. Смотри, как я могу. Теперь по скалам, оп, да. Оп. Смогёшь так? Да запросто. Сейчас по рукам такая бам-бам-бам. Да, камнями. Ага. Хватит бить людей. И бьет людей. Да, с разгона посильнее сносит. Факт. Хорошо, так, теперь нам нужно, блин, Сусанин, теперь нам нужно налево найти там машину на перекрестке. Кстати. Да? То есть вот это лево. Только мы направо ходили. Да, теперь нам вот сюда, берем машину и едем по дороге искать друзьяшек на домике на дереве. Так, а тут же, блин, waypoint можно поставить. Зачем оно? И мы поедем потом. Ты там нормально разбираешься? Да. Прикольная машина. Блин, всегда нравились такие вот савы. Садимся? Да. Погнали. Ты
Ты тоже поешь? А я думал, блин, я один. Меня уж шатать еще успели. Ничего, ничего, сейчас мы отомстим. Блин, промахнулся. Сейчас просекаем. Ты не мог бы карту открыть и говорить, никуда поворачиваешь примерно? А, нет. Жаль. Потому что у меня нет задания. Ну, ладно. Интересно, а почему? А я вот не знаю. Ищите лагерь до Минадири, мы туда едем? Да. А, все тогда. Я просто ждал флажка, а там... Нет, ты не туда повернул. Да ладно, назад, я туда повернул. Назад. Да, назад, там на лодке дальше ехать надо было, нам вообще на остров. Сейчас потом пересаживаемся на лодку и сейчас пилим на остров. Сейчас мы выходим и активизируем вот это вот быстрое перемещение. А, окей. Только оно где тут? Я его не вижу. В каком-нибудь доме. Да нет, нам не войти внутрь. Ладно, короче, пора отсюда петлять, похоже. Да, да, тут как-то. Так, окей. Смотри. Сейчас едем назад. Блин, да меня бьют уже. Да, туда. Сейчас я отомстить должен этой женщине за то, что она со мной так... Поступила. Да. Так, сейчас мы едем, и чё? И сейчас будет поворот направо. Вот тут, да? Да. Сюда направо? Все, выходим. Далеко уехали, можно по пешком. Я ж по карте смотрел. Ты опять там на кого-то нарвался. Так, и там... Ну, как видишь, за хлебом, блин, и... Видишь, как он бежит вообще? Задолбал. Все, он умер. Чё у тебя там по жизни? Чё-то я смотрю плоховато. Да ладно. И сюда. Пока живем. Калхиа. Ой, подожди. Себе вколол. Иди сюда, посмотри, как я вколю себе. Я тебе вколол? Да. Так, давай, наверное, быстрее на лодку, потому что... А что такое? А, собственно, в чем причина? Так. Ты не на ту лодку забрался. Я знаю, поехали. Господи, ты меня сейчас на рифы толкнешь. Не дави их, потому что разгона и массы не хватает. Это просто эпичная фиаско. Нормальная фиаско. Ну и что ты там встал? Я смотрю карту. А тут тебя твои зомби грызут за пятки. А потом. У меня зомби появился, а потом исчез. Не дави ты их, нехорошо, они все равно не умирают от твоих ударов. На дереве. Так, да, вон там на дереве что-то. Давай найти место, где причалить. Я не могу. А вон, смотри, я нашел. Конечно, ты нашел. Я-то не нашел. Вот посмотри на этих вот зомби, они все в опарышах, которые еще и шевелятся. Я пытаюсь выжить. На самом деле... Когти просто страшно уже. Брутально. Угу. Может, они опарыши такие, пиявки там, я не знаю. Угу. Куда в воде опарыши-то? Опарыши. Не до парыши. Окей. Whatever you say. Да, господи, ты представляешь вообще, это насколько упорно? Что? Я вижу внизу врагов, я нажимаю прыгнуть на них, он начинает спускаться по лестнице. Что ты там делаешь? Куда ты вообще? Да я уже пришел почти. Ты не пришел, это я пришел. Я смотрю, ты там куда-то не туда упоролся. Да, блин. А, фу, в натуре не туда. А как? А, вон, я вообще не увидел. Ай, ладно. Окей. Тогда сейчас я... Придется делать все самому. Не-не-не. Хотя ладно, уговорил. Здесь на самом деле никого нет. Этого жратвы полно. Чертеж. Не ходи сюда. Модификация потрошитель. О, письмо для Мэгги. Блин, его можно почитать как-нибудь, нет? Мэгги, мы добрались до домика на дереве. Еды и припасов у нас с избытком. Завтра отправимся на запад. Короче, они ушли уже отсюда. Зато здесь есть... Всякие штуки. Ищите лагерь на западе. Да, сейчас. И здесь есть алкоголь и коктейль Молотова. То, что нужно. Подожди, не спускайся, я лезу. А, чуть не упал. Так, где-то чертежи, ты говоришь. А, вот. Тихо. А, блин, я подумал, что забился.
Я это видел. Че там, ты всех убил? Да. Мой баллон. Наш друг баллон. Так, все, можно возвращаться. Ты Нет, можешь там надо такую искать задачу лагерь выполнить? дальше. А, дальше искать? Да, на западе. То есть О, это у нас капец, где? офигеть. Это как мы туда доплывем-то вообще? А где это? Я даже не вижу. Это дальше, на западе. Ищите лагерь на западе. Я-то вижу, по идее. А, во, ох, ни хрена себе. Вот я думаю, как туда попасть-то? Сколько там у нас метров, интересно, до туда? До туда 380 метров. Смотри, тебя там бьют уже. Сейчас баллон поставлю. Да капец, откуда ты взялся-то вообще? Бил. Готов. Ок. У тебя опасная лодка, а с баллоном. Да. Блин, С моим баллоном. еще лезут. Ты отлично въехал. Да, Я блин. просто. Да, меня бьют. Я просто для массы сюда положил. Давай, давай, давай. Мы войдем, мы войдем. Давай, газуй. О, зацепился. О, придурок, отцепись. А ты газ нажми, короче. Ну, то есть ускорение. И он слезет. Обо что-нибудь. Да, блин, ты медленно едешь, да, я тебя обгоню. Ну куда-то сюда, короче. А то что такое? Ничего похоже. Вот, там мозги после тебя брызгают с людей. Деревня Матака, это древняя матка прочитала вообще. Так, ладно, давай нам сюда куда-то. А да тут вот нету. Тут же про этот. Проход. Этих товаров. Да вас. Господи, что ж вы бьете-то мне так? О, я в них въехал. Хорошо. Ты в меня тоже въехал. Ну, зато ты жив. Ну, как тебе сказать, я жив, потому что я убежал оттуда. От меня? Окей. Да все, ты проплываешь, что ли, нет уже? Да. Так, что в Матаке есть? Может, Матаку Стэнли заберем? Можно спасти. Стэнли. Стэнли, I'm coming. Come on. Ой-ой-ой, что-то Стэнли, походу, не видать спасения сегодня, потому что я сдох. Зато я его спасу. Давай. Должны спасти О, Стэнли. Викинг, я вез. А, ты уже умер. Да. Капец. Отлично, зато я Стэнли нашел. Ладно, ты пока там разбирайся с зомби. Да не хочу я с зомби разбираться, я похоже сейчас сам приеду. Нормально, I help. I will help. I'm crying tears. Да-да-да. Еще кто есть? Вон тут товарищ один лезет. Сейчас мы его. Да блин. Господи, из-за того, что я с баллоном этим таскался, меня убили. Ну, ты не расстраивайся. Сейчас появишься рядом с ним, уже задание выполнено как раз. 633 бакса, ну капец. Зато сейчас он нам денег даст. Стэнли. Убей его, убей за мой баллон. И баллон такой, оп, и положил лодочку. Это мой баллон. Ну, я лодочку положил. Все. Так, ну чё, парниш, доволен? Давай, давай, залазь. Так, я пока посмотрю, как нам дальше жить вообще. Я тоже думал, все, говорит, приехали. Конечно. Ну, он мне дал... 1843. Хорошо. А тебе что не дал? Да. Ну, оно же засчитывается, задание выполнено одновременно, так что. Ну, мало ли. Не-не, нормально. Так. Мертвые президенты. Мне дали достижение какое-то. За то, что собирал деньги с мертвых. Окей. Так, ну что, поплыли дальше? Так, куда ну, мы, в принципе, доплывем сейчас. Вот там Дэйв какой-то у нас задание может дать. Это, видимо, тоже спасти там, может, или хрен его знает. Вот этот вот, видишь, вот этот вот значок. Тебя сейчас бить начнут. А, меня уже бьют. Песня. Все. Самый смешной удар в мире. Да. Унизительный, главное. Короче, так, как тут вот...
Что это за значок? Что он означает? А это, собственно, вот этот значок, похоже, около которого мы стоим, это просто наименование населенного пункта. Не А что более. за значок? Ну вот, смотри, вот я прямо на нем сейчас стою. Ну, ты имеешь в виду, типа, как Да, это картина компас вот профиля это, да? такого, да. А, ну да. Это просто, это значит, что сюда, походу, можно переместиться. Нет, ну, возможно, но... Ладно, не важно. Так, follow me. Окей. Там просто, по-моему, еще один товарищ справа был на Ну да, карточке. но он нехило денег даст. А, вон он стоит. Да, давай его спасем. Я как раз к тому, что его спасти надо. Так, мужчина, иди сюда. У меня скоро уровень будет. Отлично. Так, капец, ты сдохнешь на девушку. Что там Капец, у тебя? мне трогать такого противно. Да не трогай ты его, бей. Ты просто посмотри на это. Я окунулся в эту воду. Чё, говорит? Он режиссер. Да не просто спасение. Это квест. Отличный ужасик бы сняли. Сэкономили на гриме. Потом Анну там Марка. Камеру надо достать. Сходите на площадку, я думаю, это будет интересно. Я, конечно, понимаю, что ты гнилушка, сам еще тот человек просто пропащий. Плевать на людей, камеру, говорит, принеси. Да, блин, там такой материал, я его понимаю. Ты что, далеко пилиться? Да, далеко. Ой, очень далеко. Нет, подожди. Да, очень далеко, короче. Давай до Тихой Гавани, может, доплывем. А потом уже в следующей серии будем танцевать А где у нас от этого. тихая? Ну, еще 260 метров, на самом деле. Ну, ладно. Нам сюда же, да? Не знаю. Вроде бы, да. Ой, здесь сейчас такие узкие проемы будут. Спокойно. Уху, блин, водяные эти. Знаешь, что напоминает? Помните, хватит бортоваться. В этом, в Ведьмаке первом, там были утопцы такие из воды, Да, да, да. такие. Помню, помню. Во, смотри, там наверху кто-то. О, дама, даму надо спасать. Негр. А-а-а! Мы спасем тебя, Меган. Чё, вы совсем, говорит, не боитесь? Да чё, и бояться лодкой переехала, всё. Что у нас боятся? Ты откуда ты взялся такой? Симпатичный. Блин, у меня уже когти почти Ой, сломались. у меня почти череп сломался. Аналогично. Так. Так и Fucking надо. shit. Ну, так, где он там? Да где ты? Господи. Я к тебе лунц. Смотри, как это делается. Вот так. Не. Вот как это делается. Крутой. Покрасоваться перед дамой. Да-да-да. Даже без этого. Ой, И такой. потом я ему вот так вот череп ломаю. Вообще-то я в него нож Парень, попал. я не успел добить. Так, ладно, Так. лезь. Там, кстати, квест тоже. Она, походу, тоже не просто денег даст. Какой-то квест. Здесь на самом... Блин, это на самом деле... Здесь путеводитель по острову лежит. Не У нее знаю, что, но зачем. у нее нож шеи торчит. У нее? Да. На, нет, денег дала. 1900. Пойду У тебя видно? А посмотрю. ну. Мне просто... У нее тупо нож в шее. Надеюсь, не мой. Да, на самом деле. Как так вообще? Это круто. Она вообще живая. Зря мы ей помогли. Нравится, конечно. Давай второй воткнули. Ладно, там наверху что-нибудь, как думаешь, было, нет? Да Да плевать, хрен знает. господи.
Так, задействуйте мощную атаку по площади ножа в май во время какой бега. Видок. Красиво. Какой-то искрамсанный труп без ноги у меня без руки валяется, и вокруг его да у меня в упор его же останки. Было, оторванная голова, и вот эти кишки прям в экран вылезли. Так, ну ладно, давай уже закругляться, что ли, на сегодня. Сейчас, серии. Подожди. Еще осталось. Ну, еще 150 метров. Ну поехали. Нормально раз. Да куда ты лезешь, какая вода? Ааа, тварь, он меня скинул. Кстати, в сторону бежишь. Я еду за тобой. Напишет, о. А, меня сейчас убьют. А что ты продлил сели? Зачем тебя убьют? Потому что я в окружении врагов. Что-то я так просто не отдамся. О, почти доплыли, кстати говоря, уже. Эй, почти доплыли, меня вообще с лодки выкинули нафиг. А, я тебя сейчас подберу. Не-не-не, я догоню. Я уже полез. Размотал их. А, теперь меня выкинули. Ну ладно, не надо. Там надо успевать нажимать. Куда я знаю, я думал, он справа полез, думал, право бампер надо быть. Так капец ты! Нет! Ты его башкой об этом? Так, короче, он... Да что ты... Почему он, когда нажимаешь X, он считает, что я нажимаю B и... Ой, я опять вылезти не надо. Окей, тогда поехали, зачем тебе вылазить? Нет, я просто сижу на логическом сиденье. Блин. Все, я поехал. У меня глючит время от времени направление. Да. Тихо. Замбарики. Стой, как на этих машинках. Так, я правильно еду? Что знаю, куда ехать? Давай, ты вперед тогда. Неправильно. Ну, вроде правильно. Да, блин, слезть-то, но... Спаде. Ноуп. До свидания. За мной? Нет. А где ты? А, я ты в другую сторону поехал. Все, я тебя вижу. Капец их тут. Там лагерь такой прикольный какой-то был. И тут еще один такой же тоже. Прикольно. Тихо, ребята, не надо. Да, твою мать, я думал, он не заберется. А он оказался. Достаточно неплохо. Да. Stay the fuck down. Так, он там, похоже, друзья ее тусуют. Надежное место на что. Да, блин, эти зомби. А, меня убили. Ничего. Блин, забываю тупо использовать аптечки. Кошмар. Все, 833 бакса потеряно. Нифига себе. Лучше бы я аптечку использовал. Все, экономлю, блин. Аптечки. Зачем спрашивать? Они так только... сильно так сносят временами. Да ты тухнешь уже, нет. Это же кошмар какой-то. Ох, япона мать, я 3 удара в комбо схватил бешеный. О, еще. Что-то как-то мы приехали, тут нам не рады, да? Да уж. Есть такое. Может, да блин, может здесь зомби какие-то там высокого уровня. Мы же это не видим. Высокоуровневые зомби. Кто бы мог подумать. Короче. Сейчас я заберу все-таки вот сюда. Ой, вообще разорвали просто. Да нормально, я тебя похороню сейчас. Офигеть. Этот зомби просто какой-то паркурист. Да. Ударил просто бешено. Толстый там вообще. Блин, у нас есть баллон. Да, я уже этот поджарил. Ладно, тогда я не буду брать баллон. Смотри, он все еще живой. Он не сдохнет, но какой-то просто... Это зомби Чака Норриса. Личный зомби Чака Норриса. Потому что Чак Норрис не может быть зомби. У него по умолчанию иммунитет. Ох, капец, вот они противные. Так, ну что? Мы добрались, что ли? Где они? Или нет? Мы почти добрались. Вот там в центре стоит толстячок. Вижу. Блин, у меня аптечки нет. Посмотри, сзади опять лезут. Да офигеть. Ой, в воде их вообще что-то много всегда. Тихо. Короче, ребята, похоже, не алё. О, там внизу такой обрыв. Ладно, ты меня уже просто поднапряг, мужчина. Не. Мужчина. Оружие массового поражения. Все, и что с ними? Ну, давай искать. Так, я что-то нашел. Немощный нож. Не-не, вон письмо. От
аптечку нашел. Вот письмо. Хорошо. Дошли до края заводи. Кругом все кишит мертвецами. Так, отделался укусом в руку. Понятно. Направился вглубь острова. Короче, еще искать, похоже. Куда отсюда можно было уйти вообще? Да, вон туда, может, куда-то. Ищите внутренний лагерь. Ну что, давай на этом закончим, наверное. А в следующей серии у нас тут еще дел полно. Да, да, тут всегда полно, оказывается, да. Почему-то. Подожди, я хочу кое-что попробовать. На дерево залезть? Да. Давай. Слишком оно круто торчит над обрывом. Да. Блин, оно скользкое и мокрое. Я первый. Я залез. Нет, не падай. Я боюсь, что я в обрыв сейчас просто упаду, понимаешь? Нет, я держусь. Слабо до конца дойти? Да. Походу, да. Я смогу. Короче, увидимся в следующей серии. Там пойдем, может, найдем этот лагерь, но у нас еще вон там куча дел всяких интересных. Не говоря уже о сюжетных. И, в принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Блин, я уже заговариваюсь. Надеюсь, вам понравилось. Да. С вами были Артём и Артур. Всего хорошего. Пока. Всем пока.